Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы ехали и приехали за Красный Бор, а еще чуть проехали и деревня Ермольна. И находимся на прекрасном месте и идем снимать кухонный гриндор. Пройдемте посмотрим, что мы же там увидим. Ну вот вы и на месте, дорогие друзья, мы находимся в Сосновом Бору. Сосновый Бор? Зеленый. Мы находимся в Зеленом Бору, и здесь у нас очень интересная планировка. Изначально здесь, получается, был кухонный гарнитур, стена, но хозяйка все это сняла, и получилась у нас квартира-студия, что, в принципе, очень стильно и модно. Здесь у нас будет в будущем барная стойка. Вот, нападет нас до сюда. Далее, по всем канонам красоты, мы, естественно, поставили моечку. Рядом с моечкой поставили выдвижные ящики, чтобы здесь у нас были вилки-ложки. Далее у нас были какие-то салфеточки тут, глубокий ящик идет. И самый последний, под кастрюли, под контейнеры, под все другое, что можно положить. Снизу здесь у нас под мойкой идет вместительный ящик. Как правило, здесь хранят у нас мусорные ведра, картошечка и разные такие вот вещи. Все на доводчиках. Здесь в будущем, скорее всего, будет стоять посудомоечная машина. Но сейчас у нас здесь ящик на 600, чтобы как раз-таки использовать все это пространство, с полочкой мы это поставили. Далее плита горения по всем канонам красоты. Белая с черным хорошо сочетается. Здесь мы поставили планочку, для того, чтобы все это выходило и гармонично смотрелось. Далее интегрировали сюда лючок, для того, чтобы был подход. Здесь у нас спрятан котел, и, как я понимаю, там идет шахта, которую иногда нужно чистить, и как бы в любом случае доступ нужен. С этим мы замечательно справились. Далее шкаф идет на 300, чтобы было расстояние между плитой и нашим большим пеналом. А теперь давайте самое главное, пенал. Что же там прячется, как вы считаете? Напишите в комментариях, а я сейчас все открою ваши карты. Здесь у нас, как обычно, котел. По всем канонам красоты, опять же, мы котлы всегда прячем в пеналы. А также пенал это хорошо тем, что огромная глубина, которую можно использовать. Наши ребята аккуратно все выпилили под трубы, чтобы можно было это все больше места использовать. Следующий пенал на 400. Здесь уже прячется у нас газовый счетчик. Он, как обычно, идет по всей стороне. У нас первый этаж, то есть как бы вот начало он берет. Если другие этажи, то обычно он идет как бы как стояк снизу доверху. Как мы видим, все это у нас до потолка. По ощущениям, здесь у нас 2650. Натяжного потолка еще нет, а будет. Пока в раздумьях. Так что, если, к примеру, натяжной потолок будет, то можно поставить добор и к нему зацепиться. А если не будет, то можно просто, получать цоколь сделать, но это уже будущие такие размышления. По верхним шкафам у нас идет, получается, опять же, ящик на 300. Далее у нас идет под вытяжку. Если посмотреть, у нас еще ничего не выйдено, потому что, видимо, будут стоять углевые фильтры. А, уже стоит? Мы уже поставили углевые фильтры, мы беззаботились о нашей окружающей среде. Верно, Иван? Да. Далее у нас должна быть где-то здесь сушка. А у нас сушка будет? Она будет, сейчас ее нет. Это, вырезай. Далее, еще раз по ящикам. Раз, выдвижной ящик. Два, тоже открывающий ящик. И слева у нас вот такой вот ящик глубокий на 600. Что хорошо, это то, что у нас пленка Soft Touch. Она, получается, расширяет пространство и легко моется, вытирается. Обязательно поставили ручки мы сюда, скобы. Современный, красивый. Насколько неинтересно, то есть не просто скоба, а также со скосом на 45 градусов идет. И тем самым мы получаем вот такой вот замечательный кухонный гарнитур, который сочетает в себе и черное, и белое, и выглядит просто здорово. И это, на этом подходит к концу наш маленький обзор. Пожалуйста, пишите комментарии, оставляйте лайки. И, конечно же, обращайтесь к нам за замерами, чтобы пощупать, посмотреть, из чего же состоит ваш кухонный гарнитур. Всего хорошего, до свидания.